Все, готово. Подтвердили, да? Так, давайте начнем с напоминания того, на чем мы закончили в прошлый раз. У нас была большая тема, мы изучали с вами функцию ориентированного объема. И эта функция у нас возникала в нескольких лицах. Вот. Мы начали с того, что ввели ориентированный объем как функцию от трех векторов v1, v2, v3. Значит, потом мы доказали, что это то же самое, что смешанное произведение. Ну, вернее, мы сначала построили функцию векторного произведения. Вот доказали, что ориентированный объем это то же самое, что смешанное произведение, тоже функция трех векторов. И она выражается вот в таком виде, как скалярное произведение между вектором v1 и векторным произведением двух векторов v2 и v3. Вот. А в финале прошлой лекции мы с вами доказали теорему, что если у нас имеется ортонормированный базис e1, e2, e3, это ортонормированный базис. И с этим базисом связана система координат в пространстве векторов. Если мы запишем матрицу А, Извините, а которая... можете покрупнее сделать, вот, чем Экран? вы рисуете? Так получше? Да. Спасибо. Так продолжаем? Да. Ага. Значит, общем, если в нашем пространстве в трехмерном есть ортонормированный базис, то с ним связана система координат. Система координат это способ каждому вектору сопоставлять тройки чисел. Эти тройки чисел это и называются координатами вектора. Далее, если у нас есть три вектора v1, v2, v3, то по ним можно построить матрицу. Давайте я напишу, что это a1, a2, a3, b1, b2, b3 и c1, c2, c3, где a1, a2, a3 это координаты вектора v1. Координаты v1, ну и так далее. То есть вот b1, b2, b3 это координаты v2, и c1, c23 это координаты v3. Вот. И последняя теорема, которую мы с вами доказали, но, может быть, я не сказал, что это теорема. Вот. Но надеюсь, что вы догадались, что это было важное утверждение. Она состояла в том, что все эти функции, ну давайте я напишу, например, так, что вот это смешанное произведение, оно совпадает с определителем матрицы А. Вот мы это с вами сделали с помощью формулы разложения определителя матрицы 3 на 3 по столбцу. Вот, и оказалось, что если сделать это разложение по столбцу, то буквально это разложение по столбцу моделирует скалярное произведение первого вектора на векторное произведение второго и третьего векторов. Вот. И припоминайте, да? Я вас не обманываю. То есть вот ровно это было. Ага. Да. Вот. Значит, на всех этих этапах для нас были важны свойства полилинейности, косо-симметричности или симметричности тех функций, которые фигурируют в этих определениях. В общем, вот на этом был большой такой акцент нашего внимания. Вот. Сегодня мы займемся другой темой. Мы начнем с вами учиться задавать естественные геометрические объекты уравнениями. Вот. И первыми объектами будут прямая и плоскость, естественно. Мы начнем с таких очень простых объектов.
Поэтому сегодняшняя тема это первая тема это прямая на плоскости. Извините, а можете последнюю строчку переписать? Теорема. А зачем ее переписывать? Ну, ребятам непонятно, что там написано. Так, скажите, что непонятно? Что детерминант, да, непонятно? Детерминант. А. Так лучше? Хорошо. Была такая теорема, я ее пока оставлю. Вот. Но наша сегодняшняя тема это прямая на плоскости. Значит, имеется в виду, что есть плоскость. Давайте я буду говорить, что это R2. Но я буду на этой плоскости вводить некоторую произвольную афинную систему координат. XY это некоторые афинные координаты на плоскости. Давайте вообще поговорим сначала про кривые. Что вообще такое кривая? Кривые на плоскости. Есть один естественный способ задавать кривые. Это параметрическое задание. Параметрический вид. Параметрическое задание. Ну, давайте я вам напишу формулу. Я хочу задавать кривую, так чтобы x равнялся косинус t, а y равнялся синус t. Вот. А t будет у меня меняться, ну, например, в промежутке от 0 до 2 π. Вот вы, наверное, знаете, что это за кривая, которая так параметрически задана. Окружность. Это кривая окружность, да, потому что если считать, что t это вот такой угол, то точки с такими координатами это как раз все точки окружности. При t равном нулю мы получаем точку 1, 0. При t равной π пополам мы получаем точку 0, 1. Это t равное пи пополам, это t равное нулю. Точку минус 1, 0 мы получим при t равном пи. Ну, в общем, я не буду продолжать. Вы должны были это выучить в школе, что точки, задаваемые таким образом, это все точки окружности. Вот. И угол вполне себе можно считать параметром на окружности. То есть, меняя этот угол, вы пробегаете все точки окружности. Вот. Ну и, наверное, можно сказать, что это такая непрерывная параметризация, если не сказать, что даже гладкая, что есть производные у этой параметризации по параметру t. Вот. Но давайте пока в очень общих понятиях попробуем разобраться, что такое параметрическое задание. Вот есть параметр. И каждому значению этого параметра мы ассоциируем некоторую точку на плоскости. Вот, например, при таком задании мы получаем множество точек окружности. Ту же самую окружность можно задавать уравнением. И вы тоже знаете, каким уравнением. Равно 1. Вот если точки x, y задаются такими выражениями, то есть параметризуются такими тригонометрическими функциями, то они обязательно удовлетворяют такому соотношению. Это основное тригонометрическое тождество. Вот верно и обратное, что любая точка окружности, любая точка, удовлетворяющая такому уравнению,
может быть задано вот таким параметрическим образом для некоторого значения параметра. Я писал тут уравнение окружности в декартовой системе координат. В произвольной системе координат это будет что-то, ну, что вы, наверное, догадываетесь, да, это будет эллипс. Вот. Но давайте сейчас займемся более простым объектом. Я начну с его параметрического задания. Давайте рассмотрим такое множество. Оно задано некоторой точкой P0 и направляющим вектором V. Я буду рассматривать множество точек P, V. Я буду рассматривать множество точек P, которые представляются в виде такого выражения. ТВ. А Т принадлежит R. Произвольное вещественное число. Теперь давайте запишем то же самое выражение в афинных координатах, которые мы договорились иметь на плоскости. То есть это вот этот объект на плоскости. И если записать координаты всего в афинных координатах, то получится такое выражение. X, Y – это координаты точки P. Это X0, Y0, координаты точки P0 плюс T умножить на координаты вектора V. Это будут числа А и Б. Понятно, да, что здесь что означает? Скажите, пожалуйста, если нужно прокомментировать. Я тогда продолжаю. Значит, это то же самое, что записать два таких равенства, что x это x0 плюс t на a, а y это y0 плюс t на b. Здесь x0, y0, a и b заданные числа, а t произвольное. И при изменении параметра t вдоль всей вещественной прямой мы будем получать какие-то значения x и y. Значит, это называется параметрическое задание прямой. И я буду считать, что это определение прямой. Определение. А прямой называется вот такое множество точек. Множество точек. Ну, вот таких точек P, которые таким образом задаются. Ну, давайте с этим выражением немножечко поработаем. Ну, например, можно такое сделать. Из вот этой системы уравнений выразить t из обоих уравнений и, ну, этот параметр исключить. Давайте я это запишу вот в таком виде. x0 делить на a равно y минус y0 делить на b. Значит, такое представление прямой называется каноническим уравнением. Вот это выражение называется каноническим уравнением прямой. Но в этом уравнении есть одна единственная тонкость. Это то, что числа А или Б могут равняться нулю. Вот. Но они не могут равняться нулю одновременно, потому что вектор В – это направляющий вектор прямой. Это не нулевой вектор. Это значит, что одновременно числа А и Б вот в этой формуле равняться нулю не могут. Это значит, что в знаменателе тоже не может быть одновременно два нулевых значения. Но, например, прямая x минус x0 на 0 равно y минус y0 на 1 вполне осмысленное выражение. И это выражение означает, что x равно x0, а y произвольно. Вот. И это значит, что наша прямая задается таким уравнением. X
равно x0 плюс t умножить на a. Ну, а это 0. Давайте я сразу это напишу. На 0. А y это y0 плюс t. Если t произвольное, то и y произвольное. А x это x0. Скажите, пожалуйста, есть ли в этом выражении какое-нибудь что-нибудь непонятное, что требует комментариев? Определение или следствие? Значит, давайте я резюмирую. Я дал в качестве определения параметрическое уравнение, параметрическое задание прямое. Вот, и в качестве одного из способов задания дал каноническое уравнение прямое. Вот. Ну, в некотором смысле это одно и то же, ну, по очевидным соображениям. То есть, если у нас есть каноническое уравнение, то мы просто вводим параметр t вот здесь, и через этот параметр t выражаем все остальное. Давайте сделаем следующий шаг, который будет называться общим уравнением прямой. Я каноническое уравнение хочу умножить на знаменатель, написать такое, что b на x минус x0 равно a на y минус y0. Вот, и еще раскрыть подобные члены и получить такое выражение bx минус ay плюс что? Плюс ay0 минус bx0 равно 0. И обозначить теперь коэффициент этого уравнения как ax плюс by плюс c равно 0. Ну, понятно, что чему равно. Значит, a равно b, b равно минус a, и c равно вот этому выражению в скобку. Значит, вот такое уравнение будет называться общим уравнением прямой. И для него тоже требуется, чтобы а и b одновременно не равнялись нулю. Я это запишу таким издевательским образом. Давайте докажем, что это одно и то же, что какая теорема будет. Теорема. Значит, если a квадрат плюс b квадрат не равно нулю, то множество точек xy, удовлетворяющих уравнению by плюс c равно нулю, это прямая. Прямая. Как бы вы сказали, что это значит? Что означает сказать, что это множество, это прямая? Какое у нас определение прямой? Я плохо слышал. Пока никто ничего не говорил. А, хорошо, тогда я очень сожалею, что никто ничего не сказал. Вон, ну, наверное, определение прямой – это верхняя система. Да, это параметрическое задание. Вот то, что видно сейчас наверху доски. Значит, вот это называется определение прямой. Вот, и сказать, что что-то является прямой, означает найти параметрическое задание для этой прямой. То есть найдется параметрическое задание этой прямой. Этого множество как прямой.
Вот. Значит, давайте искать это параметрическое задание. Значит, пусть у нас есть множество точек удовлетворяющих уравнения. Ну, давайте найдем. Что такое параметрическое задание? Это какая-то точка и направляющий вектор. Ну, давайте угадаем точку и направляющий вектор. Давайте возьмем точку P0 с координатами. Минус c делить на а 0. Давайте я все-таки напишу более строгое утверждение. Значит, пусть а не равно 0. Тогда рассмотрим точку P0 с координатами минус c на а 0. Эта точка принадлежит прямой. Понятно, да, почему? Ну, смотри, давайте я это буду проверять. P 0 принадлежит вот этому геометрическому месту точек. Давайте это будем называть c. Не c, а g. G. P 0 принадлежит G. Значит, что для этого нужно сделать? Нужно координаты этой точки подставить в уравнение. Я буду это делать. А. Теперь нужно подставить координату X точки P 0. C на А. Плюс B. Помножить на 0. Это вторая координата точки P 0. И прибавим C. Вот. Но первое... Часть выражения благополучно сократится, получится минус c плюс c равно 0. Вот это значит, что точка P0 принадлежит нашему множеству гамма. Давайте я еще построю вектор. Вектор v, он будет иметь координаты b минус a. Я докажу, что для любого t точка P0 плюс t на v принадлежит гамма. Значит, ну, точка P0 плюс t на v имеет такие координаты. Значит, это минус c на a 0 плюс t на b минус а. Это значит координаты минус c на а плюс t на b минус t на а. Давайте эту точку подставлять в уравнение геометрического места точек гамму. А на минус c на а плюс t на b плюс b на минус t на a плюс c. Раскроем. Получается минус c плюс t на a на b минус t на a на b плюс c. C с c сократилось. Эти слагаемые тоже сократились. Ноль. Удовлетворяет. Скажите, если что-то здесь нужно прокомментировать, пожалуйста. А что мы в последней строчке делаем? Еще раз, пожалуйста. Что мы в последней строчке делаем? Я подставляю координаты точки P0 плюс TV в уравнение, которое... В общее уравнение прямой. То есть я доказываю, что вся прямая, заданная параметрически, лежит внутри вот этой прямой, которая задана с помощью общего уравнения прямой. Давайте пока не называть первое множество прямой. Потому что вот есть геометрическое место точек, заданное общим уравнением. Вот, я доказываю, что вся прямая, заданная параметрически, лежит внутри этого геометрического места точек. Просто подставляю координаты в уравнении.
Вот, но еще надо доказать, что там никаких лишних точек не лежит. Давайте я попробую эту мысль тоже проиллюстрировать. Ну вот, пусть гамма это какая-то такая, какая-то штука вот такая. И то, и другое. Допустим, значит, это еще раз множество точек xy, таких, что ax плюс by плюс c равно 0. Значит, мы уже с вами доказали, что значит, вот мы взяли с вами P0, взяли направляющий вектор V и доказали, что вся вот эта вот прямая, заданная параметрически, принадлежит G. То есть P0 плюс T на V принадлежит G. Вот. Но вообще говоря, нам нужно еще доказать, что никаких других точек на G нет. Допустим, это не так. Еще вот пусть P1, пусть P1 принадлежит гамме. Это значит, что ее координаты, и у нее координаты x1, y1, а у P0 координаты x0, y0. Вот это значит, что а, x1 плюс b, y1 плюс c равно нулю. Также мы знаем, что а, x0 плюс b, y0 плюс c равно нулю. Из этого следует, что координаты вектора p0, p1, а это координаты x1 минус x0, y1 минус y0, они удовлетворяют такому уравнению. А на x1 минус x0 плюс b на y1 минус y0 равно нулю. Вот, ну и мы с вами предполагали, что а не равно нулю. А не равно нулю, это значит, что x1 минус y, ой, x0 это минус b делить на а на y1 минус y0. Вот, но это на самом деле означает, что вектор x1 минус x0 это означает, что вектор P0, P1, он коллинеарен V. Вы помните, да? Вот V это такой вектор. Давайте я прямо вот здесь напишу, что вот это эквивалентно тому, что P0, P1 коллинеарен V. Потому что условие коллинеарности у нас это условие того, что ориентированная площадь равна нулю. X минус x0. Ой, простите, x1 минус x0. y1 минус y0. А здесь нужно написать вектор v. Координаты вектора v это минус ba. B минус a. B минус a. И вот такой матрице нужно написать определитель. И он равен нулю при условии коллинеарности пары векторов. И это как раз то условие, с которого мы начали. Вот, а коллинеарность означает, что вот при условии того, что b минус a это не нулевой вектор, коллинеарность означает, знаете, из этого следует, что вектор p0, p1, он равен какому-то t, умноженному на вектор v, который есть b минус a.
Вот. Но это значит, что какую бы мы точку ни взяли из множества гамма, она получится с помощью сдвига вдоль вектора v, какого-то сдвига вдоль вектора v, к линейному вектору v из P0. Вот это рассуждение доказывает теорему. Давайте. Есть ли по рассуждению вопросы? Давайте тогда вернемся еще раз к теореме. Что мы доказывали? Значит, мы стали рассматривать множество точек, удовлетворяющих общему уравнению. Это множество точек мы назвали множеством гамма. Вот, и мы доказали, что это то же самое, что прямая. То есть множество точек, которые заданы параметрически как прямая. Ну, то есть это всегда множество точек, которые получаются с помощью сдвига одной точки на вектор, пропорциональный заданному вектору. Я предъявил точку и предъявил вектор. Это значит, что это множество совпадает с прямой в нашем определении. Вот. Есть ли вопрос по формулировке и по доказательству? Хорошо. Давайте немножечко вокруг этого утверждения поразмышляем. Значит, как вы понимаете, задание прямой параметрическое задание прямой, оно не единственное. Мы можем взять любую точку на прямой и любой вектор, пропорциональный данному. Вот, это будет какое-то другое параметрическое задание той же самой прямой. Вот. Но для нас здесь важно найти хоть какое-нибудь задание, чтобы сказать, что это множество прямая. Значит, с общим уравнением прямой тоже дело обстоит неоднозначно. То есть одну и ту же прямую можно задавать разными общими уравнениями. Вот. Но все такие уравнения пропорциональны. Давайте сейчас тоже эту теорему докажем, но прежде сформулируем одно важное условие, которое мы уже с вами на самом деле доказали. Это будет условие, сформулировано в виде леммы. Лемма. Вектор v с координатами AB параллелен прямой, имеющий общее уравнение AX плюс BY плюс C равное нулю, тогда и только тогда, когда A умножить на A плюс B умножить на B равно нулю. Нужно ли доказывать? Да. Очень хорошо. Значит, у нас есть прямая, которая задана уравнением, общим уравнением. И на ней есть, да, и есть вектор, который ей параллелен. Вот. Но это значит, что мы можем найти на прямой две точки. Вот это вектор v, это точка p0, а это точка p0 плюс v. Вот. И значит, пусть у p0 координаты x0, y0, у P0 плюс V координаты X1, Y1. Это значит, что вектор V имеет координаты давайте, AB равны X1 минус X0, Y1 минус Y0. Обе точки лежат на прямой. Это значит, что x0 плюс b, y0 плюс c равно нулю. И a x1 плюс b, y1 плюс c тоже равно нулю. И то, и другое верно. Давайте из второго уравнения вычтем первое. Будет a на x1 минус x0 плюс b, y1 минус y0, а c сократится. Поэтому будет просто 0.
Вот. Но это в точности то условие, которое я декларировал. Это как раз А большое на А маленькое плюс Б большое на Б маленькое. Следующее утверждение. Теорема. Два уравнения, два общих уравнения. Уравнение прямой. А1х плюс b1у плюс c1 равно нулю. И а2х плюс b2у плюс c2 равно нулю задают одну и ту же прямую, тогда и только тогда, когда они пропорциональны. Пропорциональны. То есть существует не нулевое число лямбда, такое, что А2 равно лямбда на А1, Б2 равно лямбда на Б1 и С2 равно лямбда на С2, С1. Давайте я эту теорему докажу. Ну, то есть это про то, как прямые, ну, что прямых связано с множеством уравнений. Вот. Вообще говоря, это разные множества. У каждой прямой несколько, ну, разные есть способы задавать в виде уравнения, но все эти способы пропорциональны. Давайте докажем это. Доказательство. Значит, пусть есть одна и та же прямая, которая задана двумя уравнениями. Ну, в частности, если вектор v параллелен прямой, это значит, что А1А, B1B равно нулю, и А2А, B2А, B тоже равно нулю. Вот, это эквивалентно тому, что А1, B1 коллинеарен вектору b минус a. И a2 b2 коллинеарен вектору b минус a. Вот, но из этого следует, что эти векторы коллинеарны друг другу. a1 b1 коллинеарен a2 b2. Ну, и они просто пропорциональны, потому что условие коллинеарности для векторов на плоскости – это их пропорциональность. Вот это значит, что существует лямбда, не равная нулю. Не равная нулю, потому что оба вектора не нулевые. Иначе бы они не задавали уравнение прямых. Такое, что А2 равно лямбда на А1, а Б2 равно лямбда на А2, на B2, B1. Мы много сделали, теперь давайте докажем, что между коэффициентами С такое же отношение. Пусть P0 принадлежит L. P0 какая-то точка с координатами x0, y0.
Подставим эту точку об уравнении. Ну, сначала в уравнении, в первое уравнение. Известно, что a1 x0 плюс b1 y0 плюс c1 равно 0. Умножим это уравнение на лямбда. Получится, что лямбда a1 x0 плюс лямбда b1 y0 плюс лямбда c1 равно нулю. Вот, но теперь вспомним, что вот это выражение равно a2, это выражение равно b2, и мы узнаем, что a2x0 плюс b2y0 плюс лямбда на c1 равно нулю. Вот. Но еще мы знаем, что эта точка лежит на второй, на прямой, в смысле, что эта же прямая задает вторым уравнением, поэтому эта точка удовлетворяет и второму уравнению тоже. b2 на y плюс c2 тоже равно 0. Вычтем одно из другого, и получится, что c2 равно лямбда c1. Вот, в общем, между прямыми и уравнениями есть некоторое соответствие, но это не взаимно однозначное соответствие. Одной и той же прямой отвечает целое бесконечное множество уравнений. Вот, но правда, все эти уравнения пропорциональны. Это, конечно, ну, в общем, это некоторые легко контролируемые свойства. Хорошо, давайте следующий объект. Попробуем проанализировать. Следующий объект это, я пока не буду говорить, что это такое, но вот как бы вы думали, если я напишу вместо равенства неравенство, то что это за множество точек? Какое множество точек удовлетворяет этому неравенству? Плоскость. Это полуплоскость, вы абсолютно правы. Но вот какая полуплоскость? Верхняя. Верхняя, да? А если я уравнение умножу на минус 1? Тогда нижняя. Ага. Ну вот. Ну, в общем, без дополнительных данных нельзя сказать, верхняя или нижняя. Ну, хотя бы потому, что прямая может быть вертикальной. Ну, вот и тогда нужно уже будет говорить про правую и левую. Вот. Но что точно можно сказать, что если из произвольной точки нашей прямой сдвинуться на вектор, пропорциональный вектору АВ, значит, это вектор коэффициентов. На вектор АВ, ну, еще с каким-то коэффициентом лямбда, и лямбда больше нуля, то мы попадем в полуплоскость, которая задается положительным знаком. Давайте я это сформулирую в виде леммы. Лемма. Значит, сдвиг точки прямой на вектор пропорциональный вектору АВ с положительным коэффициентом переводит точку в положительное полупространство, в положительную полуплоскость. Значит, вот такое множество мы будем называть положительной полуплоскостью. И мое утверждение такое, что если вы находились на прямой и сдвинулись в направлении АВ
на любое положительное, в общем, с вектором пропорциональным АБ, с любым положительным коэффициентом пропорциональности, то вы попадете в эту положительную полуплоскость. Вот. Ну и доказательства, конечно же, совсем прозрачные. Значит, пусть у нас есть точка x0, y0, которая принадлежит прямой. Это означает, что давайте вот это будет точка P0. P0 принадлежит прямой L. Это то же самое, что уравнение A x0 плюс B y0 плюс C равно 0. Теперь давайте сдвинемся из точки P0. P это P0 плюс лямбда на B. Такая точка имеет координаты x0 плюс лямбда на А, y0 плюс лямбда на Б. Потому что я сдвинулся вдоль вектора АВ с коэффициентом лямбда. Подставим теперь координаты этой точки в уравнение. А на x0 плюс лямбда А плюс Б на y0 плюс лямбда Б плюс c. Раскроем скобки. Будет a x0 плюс b y0 плюс c. И плюс лямбда на a в квадрате плюс b в квадрате. Вот это выражение, конечно, равно 0. Потому что точка p0 лежала на прямой. Лямбда больше нуля. Сумма квадратов больше нуля. Поэтому это больше нуля. Есть вопросы по этой лемме? Так, двигаемся дальше. Все, что было сказано до сих пор, работало в любой аффинной системе координат. Если наша система координат ортогональная, то есть дополнительные бонус-свойства уравнения. Все помните, да, что такое ортогональная система координат? Это значит, что базис, в котором мы вычисляли координаты векторов, тут v1, v2. Вот, и у точки, какая-то точка p0, это точка p. Вот, и у этой точки p0 мы вычисляли координаты, раскладывая вектор p, p0p, p0p по ортонормированному базису. X на V1 плюс Y на V2. Вот. Значит, оказывается, что если наша система координат такая, то есть ортогональная, она связана с некоторым ортонормированным базисом, то лемма вектор N, мы его теперь будем называть вектором нормали, AB, перпендикулярен прямой.
Если система произвольная, афинная, то так сказать нельзя. Вот. Но если она ортогональная, то верно, верно такое утверждение. Скажите, если нужно чуть-чуть притормозить, еще прокомментировать. Перерыв, да? Перерыв? Помедленнее просят. А, да. Медленнее, медленнее. Давайте, я буду медленнее. Либо все записали, да? Да. Ага. Ну, давайте я буду доказывать доказательства. Значит, что значит, что вектор перпендикулярен прямой? Это значит, что он перпендикулярен любому вектору, который этой прямой параллелен. Давайте я напишу. N перпендикулярен прямой. То же самое, что N параллелен. А, N перпендикулярен. Можете повторить, что такое N? Куда надо время делать? Ну, это вектор с координатами AB. AB – это коэффициент уравнения прямой. AX плюс BY плюс C равно нулю. Вот просто теперь координаты XY – это ортогональные координаты. Вот оказывается тогда, что вот эти коэффициенты A и B, у них есть геометрический смысл. Это не просто какие-то числа. Это координаты вектора, перпендикулярного прямой. Теперь я этот вектор из координат, из коэффициентов уравнения, понимаете, да? Было уравнение, у него были коэффициенты. Я взял эти коэффициенты, и теперь у этих коэффициентов есть геометрический смысл. Это вектор, перпендикулярный прямой. Ясно, да, по терминологии? Я продолжаю тогда. Вектор перпендикулярен прямой тогда и только тогда, когда для любого вектора параллельного прямой n перпендикулярен этому вектору. Я здесь привожу такую замысловатую формулировку, потому что мы с вами знаем, как устроены все векторы параллельные прямой. Давайте вспомним, что вектор V с координатами AB параллелен прямой тогда и только тогда, когда A умножить на A плюс B умножить на B равно нулю. Припоминаете? Да. Ну, то, что здесь написано, это и есть скалярное произведение. Вот это равенство в ортогональной системе координат. Это скалярное произведение. Это скалярное произведение n на v. Но у этого равенства есть смысл скалярного произведения только в ортогональной системе координат. Если система координат афинная, то это уже не имеет отношения к углам. Вот. Но вот это всегда верно. В любой афинной системе координат. А смысл скалярного произведения у этого выражения только если система координат ортогональна. Ну хорошо. Давайте двигаться дальше. Значит, это есть. И это простая вещь, но вот просто надо связать два свойства. То, что вы знали раньше про параллельные векторы для прямой и про формулу для скалярного произведения в координатах, в ортогональных, в координатах для ортогональной системы координат. Значит, пусть теперь есть прямая, которая тоже задана общим уравнением by плюс c. Есть какая-то точка p0 с координатами x0, y0. Теорема. Так. Значит, есть прямая, заданная уравнением.
Есть точка. Теорема. Расстояние от P0 до L. L это вот эта прямая. Система координат тоже ортогональна. Вычисляется по формуле. Ро P0 L. Ро часто используют в качестве обозначения расстояния. Расстояние от точки P0 до прямой L. Сейчас, а вы знаете, да, что такое расстояние от точки до прямой? Да. Ну, это как бы минимальное расстояние, да, то есть вот, от точки до точек прямой. То есть есть много разных точек. Вот, но среди них есть одна, на которой это расстояние самое маленькое. И это расстояние называется расстоянием между точкой и прямой. Вот это расстояние я хочу сейчас вычислить. И формула такая замечательная. А x0, b y0, c и на корень из a в квадрате плюс b в квадрате. То есть достаточно в уравнение прямой подставить точку, вычислить модуль этого выражения и поделить на квадрат длины вектора нормали. Понятна ли формулировка и запись? Плохо слышно. Спросите, спросите, важно. Вопрос отменен. Ясно. Ну, обратите внимание на лаконичность ответа, да, то есть прямая задана каким-то уравнением, есть какая-то точка с координатами, но доказывается, что расстояние очень легко вычислить, если вы знаете уравнение прямой. Вот, просто в уравнении подставляете свою точку, которая не лежит на прямой, получается какое-то число, вот, но его еще нужно нормировать, поделить на квадрат, на квадратный корень, в общем, на длину вектора нормально. Давайте я буду доказывать это утверждение. Значит, на прямой я найду проекцию точки P0. Это будет точка P1 с координатами X1, Y1. Проекция означает, что отрезок, вектор P1, P0, он перпендикулярен L. P1, P0, перпендикулярен L. Или, что то же самое, P1, P0, коллинеарен вектору нормали N. Вектор нормали N – это вектор, состоящий... Значит, N – это вектор с координатами AB. Напомню. Значит, условие коллинеарности эквивалентно тому, что вектор P1, P0 пропорционален вектору N. Это лямбда на N. Для какого-то лямбда. Лямбда – это какое-то число. Давайте найдем, выразим через эти числа координаты точки P1. P1 это P0 минус лямбда n. Это значит, что x1, y1 это x0, y0 минус лямбда на AB. Мы с вами знаем, что точка P1 лежит на прямой. Поэтому будет выполняться следующее. A x0 минус лямбда A плюс B
y0 минус лямбда b плюс c равно 0. Потому что точка p1 лежит напрямую. Вот, ну из этого следует, я хочу лямбда найти из этого. Из этого следует, что a x0 плюс b y0 плюс c равно лямбда на a в квадрате плюс b в квадрате. Успели записать? Да. Значит, из этого следует, что лямбда равно а x0 плюс b y0 плюс c поделить на а в квадрате плюс b в квадрате. Расстояние, которое нас интересует, P0L, это длина вектора P1, P0, и то же самое, что длина вектора лямбда на N. Длина такого вектора – это длина лямбда, модуль лямбда на длину вектора N. Получается, что это модуль ax0 плюс by0 плюс c делить на a в квадрате плюс b в квадрате. Это модуль числа лямбда. И нужно умножить на длину вектора n. Это на корень из a в квадрате плюс b в квадрате. Ну, собственно, это то, что я и декларировал в теореме. Ну, если сократить один из корней. Есть вопросы? Нет. Отлично. Еще одно размышление, рассуждение, очень важное. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух прямых. Значит, есть две прямые, которые заданы своими общими уравнениями. Y плюс C1 равно нулю и A2, X плюс B2, Y плюс C2 равно нулю. На плоскости есть ровно три варианта их взаимного расположения. Они могут пересекаться, могут быть параллельны, ну, в смысле, не совпадать, параллельные не совпадают, и могут быть совпадающими. В каждом из этих случаев разное количество общих точек у этих прямых. Давайте попробуем это представить в виде таблицы. Первое, это будут пересекаются, прямые пересекаются, пересекаются. Второе, параллельные. И третье, совпадают.
количество общих точек. Общих точек. Если пересекаются, то это одна точка. Если параллельны, то ноль точек. Если совпадают, то бесконечное количество точек. Давайте еще вспомним про системы линейных уравнений. Значит, будем матрицу М, матрицу линейной части для этой системы уравнений рассматривать. Припоминайте, да, что это такое? Да. Вот, значит, в данном случае это будет матрица 2 на 2. Она будет состоять из коэффициентов в общем, линейных выражений по координатам. И будет еще расширенная матрица. Давайте я матрицу М с домиком обозначу. А1, В1, С1, А2, В2, С2. Вот. Вопрос на количество общих точек определяется в терминах рангов этих матриц. Припоминайте как? Не знаю, что такое ранги. Ранг – это количество линейно независимых строк. Линейно зависимых? Линейно независимых. Не проходили, да, еще слово ранг? Нет, еще. Ага. Ну, а вы знаете, бывают ли решения у такой системы уравнений? Как вы это анализировали? Мне вот Сергей Александрович обещал, что вы уже знаете, как решать систему линейных уравнений. Вот. Значит, есть система линейных уравнений. У нее два уравнения и две неизвестные. Когда у нее бывают решения? В общем, правильный ответ такой, что у этой системы одно решение, когда определитель M не нулевой. Не равен нулю. Было у вас такое? Ну, с такой формулировки нет. А в какой? Какой был? Не знаю. Ну, нам не говорили то, что если определитель матрицы соответствующей системе линейных уравнений равен нулю, то тогда она... Так, сейчас... Ну, вспомните формулировку, которую вы знаете. Как описать множество решений такой системы уравнений? Ну, мы с системой линейных уравнений только по алгоритму там действовали. Метод Гаусса-Жордана там действовал. Ну, хорошо. Вы там приводили к треугольному виду матрицу линейной формы части, правильно? Там не к треугольному виду мы приводили. Там находили опорные векторы. Да. Ага. Ну вот здесь матрица 2 на 2. Сколько у него может быть опорных векторов? 2. 2 или 1? Да. Вот если их 2, то у такой системы всегда есть одно единственное решение. Ладно, давайте мы это с Сергеем Александровичем уточним. Я пока сформулирую это так, как удобно для этой темы. Значит, вот есть такое утверждение, что если вот эта матрица М не вырождена, то всегда существует одно единственное решение. Вот. Значит, оно, например, методом Гаусса может быть записано. Можно написать отношение определителей.
Не писали еще отношения определителей? Еще нет. Ага. Но, значит, если она не выраженная, то там будет два опорных вектора. И в этом случае должно найтись одно единственное решение. Геометрически это означает, что векторы нормалей этих прямых неколлинеарны. Потому что неравенство нулевого определителя означает, что векторы строки линейно независимы. А линейная независимость таких векторов означает, что они неколлинеарны. Значит, у нас есть две прямые, у которых векторы нормалей неколлинеарны. Это значит, что эти две прямые не параллельны, не совпадают. Это очень легко контролировать с помощью вот этой матрицы M. Вот. Значит, в случае, когда определитель равен нулю, нужно различать две ситуации. Когда строки матрицы M с волной пропорциональны и непропорциональны. Ранг матрицы – это максимальное количество линейно независимых строк этой матрицы. Давайте я напишу ранг матрицы M с волной для вашего ориентирования. Подробнее все равно будет обсуждаться на алгебраической части нашего курса. Вот. Но обозначает это буквально вот что. Что там, где стоит двойка, это означает, что строки этой матрицы M с домиком линейно независимы. А это значит, что это две разные прямые. Они не совпадают. Потому что мы с вами доказали теорему о том, что два уравнения задают одну и ту же прямую, только если они пропорциональны. Значит, если эти две строки не пропорциональны, несмотря на то, что вот средняя часть, пункт 2, определитель матрицы M равен нулю. Это значит, что нормали к этим прямым коллинеарны. Это значит, что множество параллельных векторов для этих прямых совпадает. Вот. Но если сами уравнения непропорциональны, если ранг расширенной матрицы равен двойке, то это случай параллельности прямых. У них не может быть общих точек. Вот. Но и совпадать они могут только если ранг расширенной матрицы равен одному. То есть это означает, что две строчки этой матрицы коллинеарны или линейно зависимы, или пропорциональны. Хорошо. Но давайте, может быть, на этом остановимся. Вот в следующий раз, когда начнем изучать плоскости. Но, как вы догадываетесь, в случае плоскостей будет повторяться примерно та же идеология. Мы будем параметрически задавать плоскости, будем задавать их общим уравнением и будем изучать геометрические свойства с помощью этих уравнений. На этом заканчиваем. Хорошего продолжения дня. До встречи через неделю. Я надеюсь приехать и провести следующую лекцию очно. Всего доброго. А когда лекцию выложили? Думаю, скоро. Обычно это происходит в тот же день. Хорошо. Я сделаю все от себя зависящее. Всего доброго. Ладно, спасибо. До свидания. Счастливо.